spit out the casket, pile like and drop it like you eat an ass. Me more on my courts if you crazy, I'm bashing. Я собираюсь разорвать отношения. Я уберу СП со своей страницы ВКонтакте и удалю все фотки, связанные с тобой. Сусаня, блядь! Он Сусаню позвал, все. Он Сашу позвал. Возвращение к истокам. Вот с чего начинал Евген в свои молодые годы. Он начинал с того, что хотел стать Хокагой. И я нашел русскую версию игры. Она появилась в феврале. Как видите, образцовый русский перевод. After defeating Deidara, Sasuke resumes his hunt for Itachi. В общем, орлы, мы почти прошли игру, наверное. И Евген продолжает мучить Нарутку. И это самый странный перевод, который я видел. Search for Itachi. Так что вот. Мы с вами продолжаем играть. Раздербанивай кнопку лайка и... Слушай, Наруто вернулся. Он где-то здесь. Животные сказали мне, что они видели Итачи поблизости. Круто. Разделимся и будем искать Итачи. Я, правда, не понимаю, где перевод пока что, но ладно. Найдете его. Я хочу, чтобы вы с ним не сражались ни при каких обстоятельствах. Я хочу, чтобы вы связались со мной немедленно. Я знаю. Увидимся. В общем, как-то так. Постой, я один дальше буду? Недолго осталось. Саски, вернись в Каноху, ты всех заебал. Ох ты. То есть, я теперь должен тут бегать, а она... В общем, ребят, какой у вас любимый перс в Нарутке? Я еще комменты ваши почитал. И осознал, что последняя серия по Наруте была в декабре. Меня просто напомнили про Наруто, я такой листаю комменты, и мне на телефон приходит коммент. А где Наруто? Ты заебал, я его жду. И я такой, Черт возьми. В тот момент, когда Евген слишком увлекся новеллами, и, в общем, возвращаемся к корням. Я догадываюсь, что в аниме файты эпичнее. Это, кстати, удивительно, что в аниме файты эпичнее, чем в игре. Они могли бы хотя бы просто копировать их. И сделать какие-нибудь интерактивные движения или дополнить. В общем, Наруто, что там 4 топовые Наруто, все остальные... Ну, такое. Нет, третий еще хороший. Ладно, раздербай кнопку лайка, не забудь. Давно не виделись. Соски. Кто? Кто ты? It's me, Mario! Постой, ты не похож на Марио. Это что, Китай? Махсатанел. Учиха, Итачи! Ты стал взрослее. Ты совсем не изменился. Твои глаза все еще холодны. Надо выпить актива, чтобы они потеплели. И да, мне лень включать телевизор, поэтому я стал ставить хромакей. Типа, как обойти включение телевизора, поставив хромакей? Что это? Почему все в Мерли? Что это Майдан? Мою мать. Старший брат, это ты ебанулся, да? Глупый маленький гондон. Мне страшно, мне очень страшно. Зачем ты пугаешь братика Итачи? Почему? Зачем ты кокнул их всех? Ты слабая тварь, пока нет смысла убивать тебя. Если хочешь убить меня, тогда возненавидь меня. Ненавидь меня и живи как слабак, которым ты являешься. Цепляйся за свою жалкую жизнь. Так, я на минуточку, я только что осознал, что я читаю русские субтитры. Я не осознавал это, просто для меня это было как естественно. И... Ну слушай, ладно, не зря установил русификатор. Саске. События той ночи. Сначала я принял все за мираж. Я отчаянно хотел верить, что я был в ловушке ужасного гензюцу, но... Да, в гензюцу же жизнь можно прожить за секунду. Помните, как была серия Наруто, где Какаши держит гензюцу, и он прожил 200 лет в пытках, по-моему. Не было никакого миража. Я оказался в ловушке самой реальности. Я не тот мальчик, который был тогда. Почему-то язык сменился вот на середине. Я не понимаю, как это. Может, тут переведены типа сюжетные моменты, а всякие доп-диалоги по дороге нет? Теперь у меня есть сила. Сила разъебать тебя! Хе. Какая впечатляющая уверенность. Прямо здесь. Прямо сейчас. Я положу конец этим кошмарам. Специально одел для вас пушистые очки, ребят. Не знаю, мне хотелось чего-то нового. Так, соски-училки против старшего брата.
Блин, это, ну это просто иконическая битва, это эпик. Нельзя использовать продвинутые индивидуальные тайную технику и пробуждение. Слушай, а когда их можно было использовать? В этой игре прикол в чем? Как я понимаю, в мультиплеере тут можно этим пользоваться. Без мультиплеера, вот. Ну ладно, чё уж, давай. Бля какой. Слушай, я забыл, как играть. Я сейчас буду вспоминать. Простите, если я немножко туплю, сейчас так это схватить. О, нормально. Слушай, а мне нужно бревно. А как атаковать? Я забыл. Как мне достать меч? Как достать меч? Слушай, я не могу вообще ничего сделать, я не понимаю, то ли это я тупой, то ли игра тупая. Слушай, я держу блок, я научился держать. Так, ну... А, так, это прыжок. А как это обычную атаку-то выполнить? Я могу пока что только такое. Бля, что-то не получается. Итачи, перестань, я не освоил управление, я тут новичок. Кстати, очень странно, действительно, почему я... Слушай, а в чем проблема-то? Почему я не могу бить? Так, это защита. А бить-то как удар? Для некоторых персонажей нажимайте, чтобы делать комбо. Так, защита. А, на Б, что ли? Просто жать Б, что ли? Серьезно? Я совсем забыл, как играть Наруто. Очень сложная игра. Все, понял, вспомнил, как играть Наруто. Насадил на кукан брата. По-моему, Саски единственный персонаж, который с мечом бегает против всех. И ему нормально, вообще им бить. Лови мой фаербол дзюцу, сука. Ой, сорян. Напортачил. Я приму таблетки. Я не буду с тобой следовать. Я не буду делать то, что ты мне говоришь, брат. Братку. Он пытается чекру зарядить. Лови фаербол дзюцу. Я, кстати, в Jump Force постоянно через фаербол дзюцу играл. Нет! Нет! У нас победитель, это не победитель, это босса. Понял, ай, тачка. Ха-ха, тварь. Сосад. Я же сказал сосад. Алло, я тебя. Это я тебя должен был, ну ладно. Ладно, разрешаю. Ой, надо было блокировочку поставить. Я подожди, я тоже. Я пытаюсь привыкнуть к управлению на данный момент. Так, давай. Ну. Ой, блин, самый вот... Есть пробитие. Есть пробитие. Итачи, сосад. Итачи лежат. Давай, давай, бей его. Закончи серию. Фу, получилось. Опа, я удержал. Гражданская оборона. Ай-ай-ай-ай-ай-ай! Жалко, здесь хотя уже бьют, ничего сделать нельзя. Хотя я видел, как некоторые персы делают, но это, видимо, какие-то сверхразумы. Слушай, да хватит меня бить! Ведь вся драка, по сути, походит по тем, что меня бьют. Держу оборону! Лови. Ну, понравилось? Тебе лики, не? Ой, сука! Простите. Что-то явно идет не так. Не, мы уже не победим. Мы не победим, ребят. Вероятность победы 0%. А не, 1% еще есть. Это же, только не говори, что он. Не говорите мне, что я его отдалил. Я не верил. То есть в последний момент я просто... Ну, я понимаю, что оценка дерьмовая, конечно, будет. Но я в последний момент просто, знаешь, изо всех сил, почти Хокаге, победить меньше, чем с 5% здоровья. То есть это как Наруто, прям, когда ты уже мертвый, ты боишься. Он такой, нет, я смогу. Типа, yes, we can, или что-то. Нет, Дональд Трамп говорил, что, как говорил Наруто, I believe it. Я смотрел Наруто просто на английском, я извращенец, ребят. Понимаете, у всех свои фетиши, у меня, смотрите, аниме на английском языке.
Ставь лайк, если смотришь аниме на... Нет, слушай, ни одного лайка-то не будет. То есть я знаю, что все смотрят, ну, с этим русской озвучкой. Ладно, давайте так. Напишите в комментарии, вот вы смотрите аниме с субтитрами на русском или с озвучкой? Я вот с субтитрами не переношу аниме, потому что... Ну, я вот люблю что-то делать на одном мониторе, а на втором аниме. И если, ну, сами понимаете, читать... Что-то делать и читать субтитры, это как бы, ну, мне не подходит. Фух. Я не знаю, почему русский язык включился не сразу. То есть сейчас он практически тут везде. А до этого его не было. Он как будто, знаете, постепенно включался в игру. Я думал, тут перевод в стиле Куплинова, когда типа половина слов не переведена. Ты стал сильнее. Я соскучился по аниме-играм, как-то... Знаете, у меня есть такая привычка, что я очень увлекаюсь какой-то одной игрой или одним жанром игр. И как бы вы способствовали моему увлечению, и поэтому я играл в одни новеллы. Но сейчас все изменилось. Я теперь играю за Саски. Встретимся в убежище Учиха. Приходи один. Мы разберемся, как братки из фильма «Брат 2». В Америку поедут, походу. Не кряхти, Саске денег не будет. Саске! Ребят, вы заметили Учиху, да? Это вы. Почему вы здесь? Они, походу, хотели сказать, мы заметили Итачи. А я буду такой, ребят, так я уже пизды ему дал. А вы только заметили. Карин сказал, помимо твоей чакры, она чувствует более сильную. О, да, то, что я сказал. Карин, ты, пораньше бы пришла. Мы забеспокоились и пришли помочь тебе. Саске, что случилось? Твою мать, я отпиздил брата. Нам пора. Пойдем. Убежище Учиха. Я все улажу именно там. Слушай, скоро меня ждет действительно красивый драка. Глава 5. Братья. Учиха. Не, перевели классно, даже вот такие текстурки перевели. Но я думаю, взяли шрифты из других более, ну, официально переведенных Ninja Storm. Просто Ninja Storm 3 и 4 переведены официально, по-моему. Ну так, куда мы идем? В укрытие Учиха. Учиха, это вообще реальное место? Чтобы решить наш вопрос раз и навсегда. Тот момент, когда у тебя на вопросах налоговый, ты такой, сейчас решим раз и навсегда. Слушай, у меня здоровья нет. Что делать? Нужно полечиться. Может, раны устанавливать, указывая объем чакры, силу, а здоровье? Просто нет, для здоровья у нас получается вообще ничего. Мазь лечит легкие раны. Можно в следующий яд вас... Мазь здоровья плюс яд не действует. Ну, а можно... Пустая бутылка, мазь. Ну, мази много, давай мазь. О, Саске, стал получше. Давай еще мазью поможем. Подорожник. Почему здесь нет подорожника в игре, чтобы приложить подорожник и было хорошо? У меня тут такие огромные значения СП этих денег, что как будто я начитерил, но я не читерил, вы это знаете. Ребят, вы же верите мне, да? Так, давай супер бента съедим. Ну типа, а че нет-то? И еще мазью помажемся. Я не против с тобой прогуляться, как тебя, блядь, Саски, но где твою-то мать находится это укрытие Учих? Ты на что смотришь? Там что-то есть? Ну, Саски просто очень любит камни, понимаете, он играет в симулятор камня, то есть смотрит на камень и... Освободись! Смотри. Сейчас за камнем образуется целая страна, блин, Нетландия. О, смотри, да. Так, а вот такого пассажа я тут не ожидал. Нужна кровь Учихи, чтобы найти вот это вот. Пойдем. Саски такой, типа, нормально, всю жизнь знал, что так надо. Для Саски нет ничего невозможного, как говорится. Лапша с орехом. Слушай, ты окунулся просто в какие-то кусты. И такую лекарственную траву нашел, лапшу с орехом заодно. Интересно, а лапша с орехом, это вообще вкусно? Так, Карин, да она нервничает почему-то. Смотрите, там что-то идет. Хе-хе. О, смотри, это акулья башка. Это Сашка, короче, акула, блин. Ты у нас... Только Саске проходит тут. Это приказ Итачи. Может, вам остальным подождать здесь, м? Ладно. Между прочим, мы только... мы ходим все вместе, только чтобы нам не мешали.
Вы трое, ждите здесь. Ну хорошо, блин, кинул ребят, они... Черт, я ими просто пользуюсь. Так, а теперь... Кисами Хошигаги. Ты широкий меч и акулья кижа. Эй, откуда ты это знаешь? Ты что, забыл молодого брата Мангетсу Хазуки, Суигетсу Хазуки? А ты подрос Суигетсу. Ну-ка. В ожидании Саски, чтобы он вернулся, и мне пока скучно, короче, ждать Саски, так что давай поиграемся немножко. О, а ты у нас жесткий парняга, не такой, как братишка. Я заставлю тебя перехотеть драться со мной. Конечно же, если твои друзья хотят присоединиться, они очень даже могут. Я так хочу сейчас подраться, что прям на языке чувствую вкус. Давай уже подеремся, мастер Кисаме. Мне водичка нужна. Защита от яда. Поставь защиту от яда у меня по умолчанию, типа, или как это вообще работает? Ну ладно. А, ну давай подеремся. Победа в бою. Словословие, просто победи. Легко справиться. Ой, я опять перепутал. Почему-то все время жму на X вместо... О, ребят, спасибо, помогли. Постой, он же тоже акула, то есть получается... Так непривычно играть после всех этих игр. Я тоже так могу. Я и так могу. Веришь? Слушай, я затупил, я мог ему ударить. Ребят, ну... Слушай, ну ты толпой решил меня брать, да? Сейчас, подожди, я свою чакру заряжу максимально. По красоте. Ха-ха, ты самый тупой. Гол, атака голая, желтый значок Ютуба, просто не обойти его. Тихо. Моя оборона крепка, парень. Ну это действительно надо. Ребят, мажьте ему. Немножко так, недорассчитал, бывает. Слушай, ну недорассчитал. Ну, так, слушай, ну ты... Нет, это уже начинает меня за... Ты понял. Слушай, ну ты меня заёбывай, почему? Давай уж. Ребят, мажем ему втроём. Ну по красоте, кстати, получилось, в принципе. Хопа! Эй, держу! Гражданская оборона! Ха-ха! Слушай, ну это легкая победа. Я как будто научился играть в Наруто заново. Это что, все? Сейчас ты не так силен, Кисамеса. И самый Сян-сан у нас, к сожалению, соснул акулу. Ой, он сам и является. Бэт, да я играл как чертов Иисус. Перестань, я Иисус. Иисус только на S играет. Игра-то меня заебала. Ладно. Когда уж Наруто набьет морду Пейну, а? Ну, ты лучше, чем мы ожидали. Вернее, я ожидал. Я собираюсь забрать твой этот здоровый хер вместо меча. Хочешь забрать мою акулью кижу? К сожалению, тебе силёнок не хватит. Краткоствол. Чё ты сказал, не понял? Повтори. А я еще не серьезничаю с тобой. А чё, да? Чида или чиня? Давай чида. Хотел бы я чида, но, к сожалению, нельзя. Приказ, все дела. С приказа сверху? Да, так и есть. Вы, детки, вам когда-нибудь тоже сверху прикажут. Угу, ясно. Мне кажется, или Суигетсу расстроился. Ты чё говоришь-то? Так, вот наконец-то соски. Просто жди, Итачи Учиха. Сейчас будет жесть. Я пока пособираю цветы и все такое, потому что вот чем надо заниматься настоящему воину. Взял цветочки, собрал. Хе-хе. Романтика, хорошо. The Uchiha Hideout. Itachi is there. Пора, настало время решить этот вопрос. Так, постой, а то есть это на холме находится? Вот там впереди, перед нами. Вы готовы? Да чё, нет, да? Итачи, я покажу тебе, как я тебя ненавижу. Пол, всю ненависть покажу. Ну, ща посмотрим. Сейчас, получается, должен быть эпичный бой против Итачи. Мне вроде как в комментариях его спойлерили к предыдущему видео, которое вышло на минуточку 26 декабря. Пиздец, да? Старший брат, не мог бы ты помочь мне с метанием сюрикенов? Я занят, сука. Почему тебе не попросить отца?
А отец, походу, мертвый был. Но ты лучше в технике с сюрикенами, даже я могу это сказать. Почему ты все относишься ко мне, как к говну? Саске. Прости, Саске, может, другой раз, Саске. О, сегодня у меня какой-то горелый кофе со вкусом шоколадки. У меня, знаешь, вот такой кофе сейчас, такой вкус где-то между шоколадом и курицей гриль. Не могу решить-то, на что он похож. Почему? Зачем ты укокнул их всех? Если хочешь убить меня, тогда возненавидь. То есть, по сути, Итачи виноват в том, что Саске такой мудак. Мое имя Учиха Саске. Есть много вещей, которые я ненавижу, и мало вещей, которые мне нравятся. Но это не имеет значения, учитывая, что мне почти ничего не нравится. Бессмысленно говорить о мечтах. Это всего лишь одно слово. Но что у меня есть, так это решимость и ненависть. Я планирую восстановить свои кланы. Убить одного человека. Понимаете, тогда все думали, что он тупо рофлит сидит. А потом оказалось, что ни хрена он не рофлит, и все это на самом деле. Окончательно. Окончательно у меня выйдет. Лучше бы они перевели, как я кончу, у меня получится. So you're here. Значит, ты приперся. Саске. Саски. Я собираюсь разорвать отношения. Я уберу СП со своей страницы ВКонтакте. И удалю все фотки, связанные с тобой. Серьезно настроился? Ха, ты кажешься довольно взволнованным. От тебя воняет. Когда я думаю, что смогу убить тебя здесь, внутри меня загорается пламя. Ха, убьешь меня, Ну ты этого вроде хотел, ты хотел подраться, хотел, чтобы я тебя там убил, я не помню, что ты вообще хочешь, Итачи, ты мне скажешь, что ты хочешь, а я тебе скажу, что я хочу. До этого у меня есть один вопрос, что ты хочешь узнать? Та ночь, всю ночь, когда ты уничтожил наш клан, ты правда сделал это один? Почему? Почему ты спрашиваешь это? Как бы силен ты ни был, ты не мог в одиночку уничтожить весь клан. Должно быть, ту ночь там был кто-то еще. Ха. Так ты понял. Кто это был? Кто помог тебе? Вообще, да, это странно. То есть, целый клан не смог противостоять одному ниндзя. Ну, то есть, слушай. Нет, такое бывает, конечно. Например, у меня в Сигиле такое было, но... Учиха Мадара. Учиха Мадара? Один из основателей Конохи, бессмертный человек, мой товарищ и мой наставник. Основатель? Тогда как он мог быть живым? Мадара жив, веришь мне или нет, это твой выбор. Хватит рофлы шутить с Твича! Каждый из нас живет в зависимости и связан своим знанием и осознанием, и мы называем это реальностью. Однако и знание и осознанность неоднозначно. Одна реальность может быть иллюзией другой. Что ты пытаешься, сука, сказать? Ты думаешь, что Мадара мертв? Это просто твое произвольное ощущение обстоятельств. Тишина. Твои глаза не уловили ни единой правды. Ты ничего не знаешь. Это правда, что я ничего не знаю о Мадаре. Но есть одна вещь, которую даже мои глаза видят отлично. И что же они видят, сука? Сейчас я вижу Итачи, который лежит мертвым у моих ног. Очень красиво будет. Где, знаешь, что это за... Это как будто метеориты врезались в стену. Что это за дырки в стене? Или это следы драк? Слушай, я пойду окно открою, мне что-то жарко. Понимаешь, ситуация накаляется. Даже Евген почувствовал. Еще я пить хочу, но я не могу вас бросить, орлы, и... Просто пойти и начать баловаться с этими бутылками с водой. Ты хочешь, чтобы я валялся дохлым у твоих ног, а? Давай начнем. Слушай, вот этот кадр хоть на превьюшку вешай. Твою мать, нет! Он отбил! Саски силен, как никогда. О, еще на превьюшку можно вешать. Ты знаешь мою ненависть. Тебе меня не победить. Так, мы с тобой уже дрались, чувак, но там ты, видимо, не в полную силу, да? Сука! Фу! Вот это... А-а-а! Вы видели, кстати, что было? А-а-а! Нет! Все, подцепил. Эй, я тебя... Я же первый! Сука.
Извините, но просто это несправедливо. Все, я силен. Есть пробитие! Идти за тобой? Не, не хочу. Не буду. Лови огненный шар, дюц. Оф, ты тоже так умеешь, да? Типа, мы на равных стороны. Ха! Лох. Так, подожди, чувак, подожди. Я никак не могу к нему подойти, чтобы похахать бревно. Это тебе не джампфорс, где можно подпрыгнуть к врагу по-бырому. Но здесь так не получится. Такие, такие фикусы тут не робят. Так, повторим. Слушай, драка явно долгая будет. И может быть нам повторять вот этот прием, потому что он кажется самым рабочим из всех. Как мне кажется, на данный момент. Ну все остальное время меня пиздит, конечно, ну ладно. Итачи, перестань. Пожалей брата. Ну, ради, давай, ради брата. Брат за брата, за основу взятые, как там говорят. Я не терпеть могу все эти тупые братские цитатки, но окей. Ради Наруто, ради вас, орлы. А-а-а, опять долбить кнопку. Я уже, слушай, устал. Можно мне наесть ржанчика, чтобы он... О, начинается. Я вижу, что ты увидел? Огненный стиль. О, сейчас они будут дуть друг на друга. Ля, какие! О! Сдуло. Итачи. Блин, он плачет. Итачи, не плачь. Это кто сделал? Ой, все. Дело дрянь, текай. Ну, это черное пламя, типа, да? Спотел немножко. Но выжил. Это будет мое последнее дзюцу. А он сейчас молнией херакин. Кирин! О, зверюга! Он охренел! Я тебя расхерачу! Одна полоска здоровья. Мы наравне. Я уделал его, слушай. Кончил. Наконец-то кончил. Он сейчас возьмет и встанет. Эту смерть ты для меня представлял. Твою мать! Ты стал реально сильнее, соски. Без этого я бы сдох. Так, у него тоже есть вот эта кукла заводная. Твою мать, вот зверюга! Так, сейчас будет реал. До этого был виртуал. Это мой Дональд Трамп. Сусаня. Сусаня, блядь! Он Сусаню позвал, все. Он Сашу позвал. Ну все, мне пизда, Саша на поле. Тактика боя. Пиздить Итачи, когда он не защищен, пока он не сдохнет. Окей. А, больно. А, вот сейчас его нужно было пить. Чидоря! Подожди, я заряжаюсь. Слушай, я вроде зажал блок, да? Давай, бей его, бей! Все, минус хп. Держу оборону. Прочь с дороги? Так, гражданская оборона не работает. Ты быстрый, но... Как говорится, обычно после ной идет интересная фраза, но здесь.
Нет! Я вообще не знал, как уклоняться после вот против вот да, так, пожалуйста, вот с этого момента. Саски Тачи 2. Когда я слышу Тачи, я думаю про жесткие диски, дисководы и Тачи. Так, твою мать, мы опять играем с тем же ХП, да? Слушай, немножко не в ту сторону, не бывает что. Так, слушай, отодвинься. Не понял, есть пробитие? Больно! Иди сюда, давай, давай, Итачи, туби, пизда! Итачи, ты устал? Я не понял, Итачи, устал? Просто Итачи реально устал, он не встает. Он не встает! Я переиграл, чтобы здоровье было полное, с полным здоровьем изи будет. Если что, кунайчики полетят. Нет, кунайчики не полетят. А вот, получу урон, не страшно, не боюсь, не боюсь! Я раньше думал, надо что-то ждать, а оказывается, жаль, еще ничего не надо, но тут бить его. Ха! Не пробил, да? Осталось немножко Итачи, и ты падешь. Лежать, тварь. Ай, сука, у него он опять эту херню поставил. Нахрена ты поставил херню? Так, давай, давай. О, но, о, но, хо-хо. Давай, fire style, fireball jutsu, но 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 о но о но. Слушай, ты скоро отстанешь, чувак, ты за... Я вот, кстати, не знаю, как это выходит. Слишком сложно. Чувак, я жду. Так, меня приложили. Да-да-да, подожди, я это, перезаряжу чекру себе. А, не, пизды дали. Осталось немножко. Ну вот сейчас нельзя проигрывать, ребят, немножко осталось, ну чуть-чуточку. Слушай, ну он специально теперь валяется, каждый удар, я его чуть-чуть ударил, он уже валяется. Нет, это не тот Итачи, которого я знал, тот, которого я знал, вообще непобедимый, короче, ему. Ты чё, кончился, Саски? Не, Саски только начался, если честно. Еле-еле, прямо из-под меча. У меня аж вены на лбу вспотели. О, защемило спину. Как ты смеешь? Саски превращается в демона. Я могу дать тебе силу. Слушай, не считай его колбасит. Я не могу контролировать Орочимару. Постой, да, я что, впитал его силу, я уж забыл. Это что, восьмиглавый змей Рачимару? Он даже вон охерел от такого дерьма. Не, слушай, это может быть опасно. Для, я имею в виду, для Итачи. Ля, вот это ты смог. По красоте. Не, слушай, Итачи все. Итачи, сдайся, еще есть шанс. Нифига, это кто? Он вылез из Саски! Наконец-то вылез. Сила Учихи моя! Сука, я обосрался, нет! Давай, дубль 2. Черт возьми, то я не верю, что Саски, внутри Саски вот это было. Не, ну слушай, ну даст победить уже хорошо. Надо использовать своих старых врагов против новых. Или новых против старых. Я думаю, англичанин, типичный англичанин бы здесь сказал not bad, not bad. То есть, значит, охуенно. Так, нет. Почему? Орочимару высасывают из меня. Как в черную дыру засасывает. Ту самую, чью фотку опубликовали сейчас везде. Это оно, Саски. И теперь... твои глаза мои. Ты чё говоришь? А я ничего сделать не могу. Как мне победить его? Сдайся. Ты просрал. Заткнись! Чё мне творить-то?
Звать Наруто. Бежать некуда. Стей назад! Нахуй это надо? Бесполезно. Мы от чакра практически. Да попробовать. Да бесполезно. Так, я все-таки реально бесполезно. Отпрыгнуть назад тоже не можем. Драться тоже. Так, слушай, а что я могу? Кинуть тоже не могу. Слушай, я ничего не могу. Все, я пал. Ну давай отступать назад. Может в какой-то момент получится. Я не понимаю, а что? Я может что-то делаю все-таки не так? Таски, нет! Стена. Мои глаза. Перестань! Ты мой свет. Отойди! Саски. Ты будешь. Нет, только не надо. Не надо! Нет, закрой их! Закрой, он не сможет вынуть глаза, если ты их закрыть. Не, я победил. Я смог все-то. То есть он все-таки пал. Да, я выиграл. Что-то нереально, у меня аж мозг потик. Не быть не может. Я смог. Я победил Саски! Итачи! То есть Саски прям мертв-мертвый. Он супер мертвый теперь. То есть он до этого был. Хотя нет, он до этого уже будет. Чёрт. Ну то есть, слушай, не каждый день, не каждый день такое происходит. Эпичная драка, вот побольше бы таких. Знаете, за что я люблю четвертую часть по Наруто? За то, что там супер много вот именно такого. То есть вся игра состоит из вот таких файтов. Я именно за это ее люблю. А здесь, ну, может, в самом аниме было не так много файтов в начале эпичных, хотя вру были. Слушай, это детство Саски? А нет, он в какой-то пещере, его кто-то, видимо, перенес. Учитывая, что он забинтован. Я обработал твои раны. Это кто говорит? Это как его? Это наш учитель, сенсей? Итачи мертв. Ты победил. А, это маска.